Это «Звездный час» Юлии Соловьевой. Совсем недавно она стала обладательницей титула «Миссис Владимирская красавица 2014». В этом конкурсе принимали участие самые красивые мамы областного центра. Вне подиума у Юли уже был «Звездный час». 28 октября 2012 года она родила двойняшек – Марию и Мирославу. Первое время, как и всем, было очень страшно. Мы, конечно, с мужем дрожащими руками опускали каждую воду. Ничего, потом привыкли, и все стали уже плавать самостоятельно. Когда чуть-чуть переросли, они даже потом ходили по ванне. Вот с таким красивым кругом надуванным около шеи. Смотри, какая тут штука интересная. Сейчас малышкам год и 7 месяцев. И миссис Владимирская красавица гуляет с ними не по подиуму, а по песку. Юля счастливая мама. Каждый день она наблюдает новые успехи своих дочек. Из маленьких комочков они превратились в шустрых шалуней. И в этом Юля тоже находит радость. Нужно быть огромным, жизнерадостным человеком. И любые сложности, которые случаются, с малышами достаточно много. У нас Мирослава активная девчонка, она периодически падает, может порезаться, может шишку себе набить. Вот. Даже в таких сложных ситуациях я всегда нахожу мужество не паниковать. Вот это для мамы очень важно. Юлия Соловьева поделилась своими секретами тайм-менеджмента для молодой мамы. Ее главный девиз – радуйтесь тому, что вы успели сделать сегодня. А еще в воспитании детей, особенно двойняшек или близнецов, важна помощь близких. Юле повезло. Ей воспитывать детей помогает их двоюродная бабушка Валентина Николаева. Ее жизненный опыт бесценен. Папа пришел. Привет, папа. Да. Привет. Сложность, да, что именно, что они обе одинаковые. Одинаковые по возрасту, но очень разные по характеру. И с ними, конечно, очень непросто. Но нужно спокойствие, нужно все вот принимать так, как есть. Мы, в принципе, детям своим этим все разрешаем. Юля закончила факультет журналистики в ЛГУ. После успела поработать и главой рекрутингового агентства, и тренером по продажам в банке, и даже в студии дизайна. Но мужу Юли, Вениамину Кудакину, куда больше нравится его прекрасная жена в статусе матери. Рождение детей открыло в любимой женщине другие грани. Материнство, оно дает очень много женщине в плане развития, саморазвития, соответственно, спектр увлечений сразу же другой стал, ну, более осознанным, более ответственное, ну, такое понимание жизни становится человеком. У двойняшек Марии и Мирослава есть старший сводный брат, сын Вениамина. Ярослав заканчивает школу, впереди поступление в ВУЗ. Но в мечтах мужчина видит всех своих детей уже взрослыми. Моя такая еще огромная мечта, чтобы впоследствии, когда уже все подрастут, собраться одной большой семьей, вот, и вспомнить вот это вот время, когда появились девчонки. Впрочем, Вениамин отлично понимает, торопить время не стоит. Надо просто ценить каждый день, проведенный вместе, и находить радость в каждом шаге, сделанном твоими детьми.